Сейчас мы с вами пойдем вот в такой магазин. Я здесь впервые в этом магазине. Хочу посмотреть, что там продают, что там есть. Никогда там не была. И хочу вас взять вместе с собой. Пошлите. Я приехала в магазин, который называется Олис. В этом магазине я вообще первый раз. Мне приходила часто реклама с этого магазина, но я никогда не знала, что это за магазин. Он находится от нас далековато. Но сейчас была у врача. Впервые здесь. И решила заехать в этот магазин. Тем более, что мне это по пути. Такие здесь книжки интересные. Это для записи блокноты всякие. Вообще, мне кажется, интересный магазин. Но далеко он от нас находится, поэтому я никогда не решала сюда приехать. Но раз уж по пути, то решила заглянуть. Книжек вообще здесь море. Но это не книжный магазин, это вообще как... Не знаю даже, что это за магазин. Будем сейчас смотреть, будем сейчас ходить и изучать вообще, что здесь происходит. Что касательно моего здоровья, еще пока ничего не знаю. Просто решила проверить щитовидку, легкие проверить, потому что у меня кашель не прекращается уже около 2 месяцев. И проверить спину. Если кто-то помнит, когда мы с детьми катались на горке 2 года назад, я перекувырнулась через голову и что-то там, наверное, повредило, потому что с тех пор у меня стала болеть спина. Поэтому вот я решила сейчас провериться. Интересный вообще магазин. Так, в общем, я хожу, что будет интересно, буду вам снимать и показывать. Книжки про меннонитов, про амишей. Как я люблю книжки. Именно про вот этих людей. Если бы я умела хорошо читать по-английски и понимать. Очень много здесь книг. Художественных, детских книг очень много вообще. Моя дочь не любит читать, я вообще не понимаю, в кого она. Я раньше очень много читала, пока не появился интернет. Появился интернет, и все, и куда прошла моя любовь к чтению. Ну, сейчас посмотрю. Может быть, когда-то приеду с ними. Посмотрите, цены. $0.09. 2.99 книжка всего лишь. Это вообще дешевые книжки. 4.99 книжка. Это вообще очень дешево. Ну, а 9.98 это дорого. 3.99. Такие цены тут на книги вообще. Хорошо, что Тима сейчас не увлекается «Звездными войнами», а то бы он меня потянул сюда обязательно. И тоже, смотрите, 2.99 книжка. Здесь не вижу, как еще цены. Вот тоже 2.99 с наклейками, с какими-то еще и книжка. Здорово. 4.99 книжка. Вот такая большая, видите, 4.99 тоже. Смотрите, какая интересная книжка. Рисовать по номерам. Соединять по номерам. Это ж сколько надо терпения. Ну, я бы Евелине вот такую. Ей нужно вырабатывать терпение. 5.99 стоит. Ну, не буду брать, надо, чтобы они сами посмотрели. Там поделки всякие. Что-то со спортом связано. Да, спортивные книжки. О, смотрите, куда я попала. Ну, сейчас я, похоже, себе здесь что-то найду. Смотрите, какая книжка, 6.99. Это заготовки от амишей. Джемы всякие и маринование огурцов, помидоров, кетчуп, как можно сделать. И вот такая еще книжка, как амиши готовят. В общем, по их рецептам тоже 6.99 стоит. Всякие рецепты от амиши. Но это, скорее всего, брать не буду. А вот эту, я думаю, что я возьму. Что амиши плохого не посоветуют, это точно. У них все вкусно. Peach jelly, персиковый джем. Вот это я, скорее всего, возьму. 6.99 стоит. Простые и самые легкие десерты, и самые легкие рецепты в мире. 5.99 книжка стоит. Посмотрите, какая она толстенная, красочная, красивая. Смотрите. Вот это я, наверное, тоже возьму. За такую цену. Посмотрите, красота. И сколько всего ингредиентов надо? 3 ингредиента, 5. Супер. Вот это я тоже возьму. Пакет конфет. Это как желатиновые конфеты. 3.99 всего лишь. Это вообще почти за бесплатно. Тут
выбор, конечно, сумасшедший, бешеный. И ценная прелесть. 3,99. Большая вот такая банка специй любых. Здесь почти полкилограмма. 5,99. 4,99. 2,99. А не знаете, какие огромные деньги стоят? Это дорого стоит. За 2,99 вы точно не купите. Супер. Экстракт ванилы. 99 центов. Представляете? Вот как можно такое не взять? Конечно, я возьму. Я вот такие вафли беру для своей клиентки в Walmart'е без сахара. Они стоят 3 с чем-то. Здесь, ну, правда, с сахаром, но $1.49 все равно. Тоже шоколадные. Здесь для, даже для животных есть, в частности, для собак. Тут такой беспорядок. Такой беспорядок. Вот тоже все для собак отдел. Такие вкусняшки для них. Для братьев наших меньших, как говорится. Так, мистер Клин спанджики. Сейчас посмотрим. Я брала за $5, помните, в долларовом магазине? Сейчас посмотрим, сколько они стоят здесь. Так, не вижу цену. А, вот. Вот здесь приклеена цена. 5,99. Ну, немножко дороже. А, здесь 9 штук. Так что? Ну, примерно так же получается. Здесь их больше. Они тоже 9 штук. 5,99. Очень хорошие, мне нравится. Ванную мыть, душевую кабинку. Отлично все снимают. Различные открытки. Прям целыми коробками. То есть можно взять коробку и... вот целый набор здесь вот таких открыток. Я одну возьму. Здесь 24 открытки за 4,99. И с днем рождения. И... что тут еще? В общем, с днем рождения, пожелания всякие. Так что я возьму. Иногда надо срочно открытку забыли купить, а нет, то это будет очень даже хорошо, если будет в запасе. Также здесь есть одежда, обувь. Ну, то я, туда я не пойду, мне это не интересно. Вот для дома всякие рамки, картины, декорации. Тоже по вполне приемлемым ценам. Для офиса всякие вещи. Ну, сейчас здесь, возможно, я пройду. Так, часы. Часы. 6,99. Нормальная цена. Картины. Что здесь? Ароматизатор или что-то типа этого? Сюда я сейчас пройду, посмотрим. Ну да, здесь различные ароматизаторы, как для машины. Возможно, я возьму что-то для машины. Может быть, вот такое. Fresh Berries. Чтобы у меня ягодками в машине пахло. Сколько? Всего лишь $1.99. Вот тоже различные ароматизаторы, свечки, эфирные масла. Набор свечек. Не набор, а вот такое количество свечек. $4.99 стоит. Это, чтобы дома ставить различные ароматизаторы за $1.99. Тоже очень дешево. Свечка. 3,99. Вот такие большие свечки. Они не меньше $5 вообще стоят, если не брендовые, а такие. 4,99. Нормально. Вот эта роза, я думаю, что она будет вкусно пахнуть. Я как Эвелина, я хочу понюхать. Роза сейчас. Вообще ничем не пахнет, представляете? Ой, это плохой знак, кстати. Что ничем не пахнет. Или кто-то уже вынюхал до меня. О, разбили свечку. Так что на этой стороне для офиса или для кошки вот такие наборы. Сколько он стоит, такой набор? 69,99. Ну да, примерно так он и стоит. Я не знаю, что это, ваза, похоже. Похоже, что роспись ручная. Сколько цена? $20. Такие, ну, не сказала бы, что красиво. Вот это мне нравится с подсолнухами. И с парочкой вроде ничего, но с подсолнухами лучше. Смотрите, какая полочка для книг. Вот так складывается. Просто на этих навесных. И потом получается вот такая $25. Ну, много, конечно, не выдержит, но для маленьких детских книжек пойдет.
такой стол с ящиками. 69,99. Так, лампы. А, вот такой стол есть. Для завтрака в кровати. Для компьютерного. 9,99, $10. Лампы тоже можно взять. И отдельно к ним продаются плафоны. Отдельно. То есть вы берете лампу, например, за 16,99. И вам еще нужно будет взять плафон за $1.99 или за $2.99. Ну, нормальные цены на плафоны. Чемоданы. $60. Вот такие, которые большие. Поменьше чемодан. $50. Такой, наверное, тоже $50 будет. И они, кстати, они очень легкие на замке. Нам надо будет, если мы поедем в этом году, нам нужно будет чемоданы. Так что будем знать, куда ехать. Очень большой выбор ковриков на пол. Так, цены пока не вижу. Очень много ковров различных. И, кстати, цены на ковры тоже. Самые дорогие $150, по-моему. Насколько я вижу, $160 самые дорогие ковры. И такие большие коробки K-Cups. 21,99 стоит 80 K-Cups. 19,99. Здесь различные варианты. Несколько видов. Легкая пожарка, средняя и темная. И колумбийский кофе. Какие кофеварки. 69,99 всего лишь вот такая. Она и делает помолк зерен. И время выставляется. Здесь тоже. Это сколько стоит у нас? Тоже 69,99. Супер. Чайник 19,99 стоит такой. Ну, чайник мне не надо. Кофеварку мне, в принципе, тоже не надо. Но я давно хочу вот такую прям хорошую, красивую кофеварку. Это же недорого, вообще недорого. А вот смотрите, какая. Тоже с программированием. Посмотрите на цену. 35,99. Это вообще смешная цена. Сковородки. 19,99. 9,99. Такая маленькая, сколько она стоит. 9,99 тоже. 14,99. Вот обратите внимание, все сковородки без крышек. И мне это непонятно почему. Что когда все жарят, никогда не закрывают крышкой. 12,99, вот такая с зелененьким. Так, вот такая большая, 14,99. Вот это 14,99 тоже. Ну и различные формы для выпечки. Вот здесь есть необходимые кухонные принадлежности. В общем, всякие лопаточки, венчики и так далее. Ножи. Идет распродажа зимних плюшевых простыней и наволочек на кровать. Зимняя распродажа. Twins размер 8,99. Full Queen 11,99. King 14,99. Это 18,99 стоит. Какая-то плюшевая. Вельветовая одеялка 8,99. Вот такие 5,99 стоят. Вот это мне надо Евелине купить. Потому что если Евелина пошла мыться, то это полчаса минимум. Это непромокаемый кейс для телефонов. Сколько он стоит? 4,99. Я, конечно, покупать и не буду, я пошутила. Мы просто с телефонами не расстаемся даже во время мытья. Вот есть маленькие коробочки, здесь по 12 кейкапс. 3,99 кофе или капучино, ментоловое. Кстати, ментоловое можно взять. Горячий шоколад. English Taffy. Просто обычный кофе. 3,99 тоже стоит. Ванила, корица. Чаи. Тоже 3,99 все стоит. Ментоловый я возьму. Где я видела только что вот это.
Это горячий шоколад мятный. У меня такое пьют. Ладно. Сейчас достану, и все, я уже на выход. Не могу достать одной рукой.